единица и море нулей. Грязные нули. Наличие финанса. Деньги, деньги, тупо брать деньги. Я все знаю, лишних денег не бывает, это факт. Желание жить лучше и богаче не порог. Я не пророк, но знаю, что у денег тоже есть душа. И наши души деньги выбивают, они спеша. И 100-рублевые гидры проникают в твой бумажник. Берет тебя в тиски, каким бы ни был ты отважным. И сколько б ни кричал, что деньги это так не важно. Пусть даже будешь правым, но тебя найдут управу. И стоя перед счетом и угрозы остаться без работы, ты уже не знаешь свои позы. Ведь розы для любимых тоже стоят многих ебаных денег. Без денег ты никто, и здесь не может быть двух мнений. Сами завели себе игрушку, пригрели на груди зверушку, оказавшуюся гадом. Теперь уже не рады, что так случилось, как получилось, что имеют деньги власть над нами. Мечтаешь, как своим нулям приделать единицу, чтоб самому стать спицей денежной колесницы. На этом пути довольно просто оступиться. Деньги имеют власть над тем, кто к ним стремится. Мечтаешь, как своим нулям приделать единицу, чтоб самому стать спицей денежной колесницы. На этом пути довольно просто оступиться. Деньги имеют власть над тем, кто к ним стремится. Бывает ноль без палочки и палочка с нулями. Тот, у кого второе есть, все купит с потрохами. Есть люди, их не купишь, но продать любого можно. Возможно жить за деньги и за деньги умирать. Все знают эти истины, они стары как мир. И наш кумир сегодня это золотой телец. Конец наших мечтаний, всех надежд и всех стараний. Все та же единица вместе с многими нулями. Мы боремся друг с другом за обладание правом. Расшвыривать купюры налево, направо. Расширить не считая, сколько там еще осталось. И не отказывать себе ни в чем, даже в малости. Тот, кто имеет деньги, тот имеет власть. Но деньги тоже обладают властью и немалой. Это порочный круг, который мы создали сами. Нули и единицы продолжают править нами. Я не хочу зависеть от соотношений чисел, когда не знам, кто курс доллара к рублю повысит. Но я живу в финансовой рулетке, словно шарик. Я жду, когда я попаду на призовую клетку. Мы ставки делаем, чтоб сделать из десятки сотни и сотен тысяч. Это задача на сегодня. А завтра счет пойдет на миллион, на миллиарды. И в этом что-то есть от заряженной петарды. Взорваться может наше состояние, я потом давение. И превратятся в пыль наши сбережения. Никто не застрахован от подобной удачи. Она тем неприятнее, чем больше деньги значат. Кому-то эти суммы это 30 лет работы. Кому-то повод, чтобы меньше жить беззаботно. Как многоликая единица с многими нулями. И я не спорю, что имеют деньги власть над нами. Мечтаешь, как своим нулям приделать единицу, чтоб самому стать спицей денежной колесницы. На этом пути довольно просто оступиться. Деньги имеют власть над тем, кто не стремится. Мечтаешь, как своим нулям приделать единицу, чтоб самому стать спицей денежной колесницы. На этом пути довольно просто оступиться. Деньги имеют власть над тем, кто не стремится. Любовь к деньгам, но я не желаю петь про денежные знаки песни. Здравствуйте, говорю я всегда всем вам. Ибо в здоровом теле здоровый дух. Так гораздо интереснее вместе вместе. Встречи вместе со мной, поставь зарядку утром делай. Танцуй, пока молодой, знаешь, вещи поважнее, чем деньги. К примеру, их количество, я гениален точно. Всем отдыхать, ни единицы, ни нули мне не помогут. А тону того, что называю я своем измерить. Не продается знак мое, это мое кино. Юга мне не дадут соврать, ты тоже должен мне поверить. К родине любовь, моя бесценна. На скидке даже вряд ли кто ее прикупит. А я родину любил неоднократно, но характерно. Она меня по жизни всю дорогу любит. Так что крыша едет, дай, да, помечтай, дай, да. Много денег, прям сейчас прям тут, а это мы будем иметь их. Как можно допустить, чтобы золотой телец имелся к нас? Я выкупил бы и дал свободу рабам денежных масс. Мечтаешь, как своим нулям приделать единицу, чтоб самому стать спицей денежной колесницы. На этом пути довольно просто оступиться. Деньги имеют власть над тем, кто к ним стремится. Мечтаешь, как своим нулям приделать единицу, чтоб самому стать спицей денежной колесницы. На этом пути довольно просто оступиться. Деньги имеют власть над тем, кто к ним стремится. Мечтаешь, как своим нулям приделать единицу, чтоб самому стать спицей денежной колесницы. На этом пути довольно просто оступиться. Деньги имеют власть над тем, кто к ним стремится.